Привет, моделисты и моделистки. Продолжаю конверсию MTH-9. Самая главная была проблема в том, что передний фара и задняя фара LEDs были совсем тусклые. Что сделал MTH, я до сих пор не могу поверить в это. Они поставили вот эти вот какие-то защитные и сделанные из, скорее всего, плотного поролона, что-то в этом духе, такие эти кружки O-ring, да, сюда и сюда они установили, чтобы, я так понимаю, чтобы эти светодиоды не излучали в разные стороны. Но там никаких окон, никаких в самом корпусе особых нет проблем. Рядом, ну, в общем, тоже все эти, как правильно сказать по-русски, пути световоды, пластмассовые, transparent, просто из оргстекла, бесцветные, они четко заходят сюда на эти LEDs. В общем, я до сих пор теряюсь в догадках. Короче говоря, это также модель, как я сделал ES44AC. Практически с минимальными изменениями. Вот. Ну, что мне придется сделать здесь? Все эти кондеры и вот этот вот регулятор звука громкости. Это тоже, конечно, прошлый век. Придется все убрать. И сюда идет Current Keeper Soundtracks. Ну и небольшая модификация здесь. Back EMF. Вернее, синхронизация. Вот эта платка дает возможность синхронизировать. Я только не знаю, зачем это нужно, потому что колес не видно. Это не паровоз, чтобы синхронизировать эти обороты. 4 на 360 градусов. Но они используют в паровозах, я уже отмечал это, ту же систему, это понятно. Но все равно это современный Back EMF дает возможность вам синхронизировать очень четко вот эти 4 revolution, да, 4 чафа на 360 оборот колеса. Я тоже теряюсь в догадках. Может быть, 10 лет назад это не так было актуально. Сейчас можно даже без компьютерика поработать со всеми этими CV, и декодер сам чувствует этот Back EMF, он контролирует этот процесс. В общем, это было что-то невероятное. Потом я всегда делаю, записываю видео, можете поставить какой-нибудь там телефончик старенький, вебку любую, и вам удобно будет потом разобраться, если у вас инсталляция там останавливается на несколько дней, чтобы все собрать четко. Мотор устанавливался на определенной позиции. Вот видите, точка здесь и точка, две точки здесь, я на всякий случай. С другой стороны тоже есть. Я обязательно ставлю точки такие, точки, 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 точки. То есть эта конструкция не встает только, не может встать по-другому. Так они сделаны. Но тем не менее, я все равно, я пытался ее крутануть один раз в другую сторону. Но в другой модели где-то у меня так получилось, что я потерял, не поставив эти точки. Потом, конечно, разобрался, но ушло время. Самое главное, это будут вот эти ditch lights здесь. Потому что, опять, common не так, как у DCC. Придется поднять вот эту платку, вот эту вот, и переделать все. Они очень аккуратно сделаны, такой печатный, не платье, а печатной пленки, я бы же сказал. Вот. Ну, основные моменты я, в общем, рассказал вам. Динамики я просто поставлю на новые double-sided, вот такой тейп, это скотч, и сделаю их последовательно, потому что они по 8 Ом, они прекрасно работают. Я на ES44AC проверял,
И осталось только аккуратненько все это дело собрать. Спасибо за поддержку, ребят, канала и бизнеса. Есть патреончик, есть на основном канале membership. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.